Всем привет, с вами Дэвил, и мы продолжаем играть в спор. В прошлой серии мы создали вот такого вот мутанта пятиглазого. Я думаю, вы это помните. Ну так что, сейчас нам нужно найти еду. Это значит то, что придется пойти к какому-то неизвестному виду и просто их истребить. Нужна еда все-таки. Так, потихоньку подходим к ним. Оцениваем, что тут да как. Ну ты вот кто такой вообще? Так, у нас плевка нет. Ничего такого нет. Ну и ладно. Бьем этих гадов, рыщим, чтобы все они разбегались. Хотя они что-то не разбегаются. Я не пойму, что это. У меня сейчас кнопки что-то не работали. Ладно, не важно. Вот, ешьте. А, подействовал. Это хорошо. Сейчас мы устроим. А ну-ка навались, братва. Сейчас мы вас всех тут. Ай-я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 й. А, я не на те кнопки вообще жму. Ошибочка вышла. Ребята, ошибочка вышла. Фыркун. Как ты меня задолбал. Фыркунишка. Надеюсь, я хотя бы пожрать смогу хоть кого. Да выведи ты нафиг. Напал такой. Жопарь. Я вылупился. Да, ну детеныш, конечно, вообще ужасно выглядит. Уродство. Сотого уровня. Так, кого из них можно в группу-то добавить? Тебя? Все, спелись и погнали. В той стороне наши враги. Точнее, один враг. Мы же одного замочим все-таки. Один. Ну, что ж. Привет. Сейчас мы тебе покажем. Раки имеют. Только раки обычно взлетают в эту игру. Испаряются. Ну ладно. Это еще что такое? Гомоли какой-то. Что у вас тут есть? Опа, какие кости. Опа, фрагмент выкопали. Сейчас и второй прилетит. Ну-ка, что это? Ну, покажи мне фрагмент. О, звездочка. Я там так что-то. А тут что за фрагмент такой? Тоже какая-то рука. Ну, в принципе, неплохо. Так, тут такие кукуду какие-то. Кукуду. Что это там такое? О! На! С разбега. Нефиг на нас нападает. Еще какие нашлись. Уже боитесь нас? Нет, еще страха нет пока что. Да что ж ты никак их не бьешь, что мне интересно, чем ты их не бьешь? Вот эту хорошо покусали. Все, мозг опять вырос, теперь он очень большой у нас.
Кровачер разрастется. Что ж, рамки улетят. Он как радуется. Еще одного собрата сможем принять в нашу банду мутантов. Да что ж вот такие все неугомонные ребята. Опа, один есть. Сейчас второго замочим. Вот такая вот средняя сложность. Она примерно так выглядит. А вам что надо, мутанты? Я, скорее всего, вас не буду трогать. Вы так-то, если подумать, нормальные ребята, похожи немного на меня. Ну, то есть, вот такие же мутанты. Идите своей дорогой лучше. А я пока что покопаюсь. Нифига себе, Чирик. Постойте-ка. Чирик. Чирик-монстр. А-а-а. Может быть это Чирик? Чирик. Чирик. Типа Чирик будет такой. О, сейчас битва будет, ребята. Ребята, сейчас битва будет. Нет, Чирик он. Он зачирикался. А, не, нифига, вон что. А след замочить. 100 ДНК за него дадут. О, давайте, пока у нас есть шанс. Сейчас мы убьем самого сильного монстра. Может быть. Мочите его. Ребята, мочите. Мочите его. Мочите его. На. На тебе. На, щила тебе. Вот ты. Говнюк. Он меня сейчас убьет. Только посмотрите на это. Он просто сейчас... Он просто мне сейчас покажет. Да, дикий образ. Ну вот как так. Опять они покидают это гнездо. Чем оно им не угодило? Ну типа пока. Ну и долго мне там порекать. Я, скорее всего, вот этот вот скин не буду менять. Он довольно прикольный. Все. Мы только петь умеем. И то плохо. Опа. Он, кстати, нас ненавидит. Ну и ладно. Не хочешь с нами дружить, не надо. Мы чё, просим, что ли? Тоже мы нашлись. Какие-то уткодилы. Ладно. Муму. В смысле муму? Нифига не похоже на муму. Это похоже... Не знаю на чё. Тоже какой-то мутант. Вот эти вот жабы. Кто тут жаба? Это какие-то гуси. Гусиные какие-то. Не знаю. Гусиные крокодилы. Крокодилы. Нету. Это все-таки утки, ладно. Утки. Ошибся чуть-чуть. Так, пузопотам. Ё-моё, опасные люди.
Сейчас мы тебя за бока-то покусаем. Ну ладно, надо было перекусить. Ай-яй-яй-яй. Ой. Что-то пошло не так, но ладно. Я все равно отсюда смотаюсь. Плохо он летает. Ошибка природы. О, еще один отшельник. Их полно тут. Они довольно-таки сильные еще. Опять еще одни нашлись тут. Пузопотамы. Их что-то много тут. Так, поспешил немного. Какие-то смешные монстры. Трехногие. Тихо. Ты меня не видишь. Ну, какой-то глупый. Да чё, это он, что ли, такое создает? Ну, он реально какой-то это... Ё-моё. Так он сам может в невидимого легко превратиться. Рамоны всякие тут бегают. Ну хотя бы поинтереснее стало играть, согласитесь. Кому-то не повезло, мне кажется. Ладно, нам повезло или нет. Мы убежали. Ладно, мне все-таки показалось, он от них ушел уже давно. О, вот и гнездо. Мы просто на него наткнулись. Ну чё, ребят, потопчемся. Опа. Теперь у нас тут ракушки, да палки всякие. Они мне сказали такие, добро пожаловать в семью. А я такой, ну ладно. Яйцо что-то там делает, не знаю чего. Летающее яйцо. Чё, ребенка какого-нибудь пригласим? А, нет, это далеко не ребенок. Вон они, низкие гномики. Что-то есть хочется. Но мы не каннибалы. Мы не можем друг друга кушать. А зря. Смогли бы что-нибудь придумать. Все, мы его поцарапали. О! Ребятенок. Ребятенок. Ладно, я здесь хочу. Опа. Опа, разгон. Ну вот и тебе тоже достанется. Ой. Да ё-моё, ты можешь его просто замочить. Ладно, они без меня уже разобрались. Ну давайте вот это вот сидим. Оп. Еще я хочу полностью съесть эту тушу. Вроде бы за это достижение какое-то может получить. Вот почему я всех доедаю. Я не знаю, там вроде дают какое-то достижение гурман. Опа, на похитили одного уже. Кто это? О, нифига себе, вот этот корабль. Та-та-та. НЛО. Самый настоящий НЛО. Неопознанный летающий объект. Ну, это я специально так расшифровал.
А тут вдруг некоторые еще страшно. Понял, ой, это тарелка. Даже не дали разгон дать. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Хитрый какой. Ну вот тебе. За все. Скорее всего, мы в этой серии успеем вот в племя перейти. Или можно, не знаю, там на следующую серию перейти. Просто как-то нужно разделять все-таки вот все серии на несколько этапов. А то у нас в первой серии получилось, не знаю, там мы в этапе клетки поиграли, потом перешли сразу в этап существо. Я думаю, так нельзя делать. Тем более я пишу название этапа обязательно. Потому что так легче ориентироваться. Не знаю, мне лично так больше нравится. Я, кстати, еще комментарии готов, не знаю, там отвечать на какие-нибудь вопросы. Мне мало кто уже пишет там в комментариях что-нибудь адекватное. Уже аж скучно, я думаю, на YouTube сидеть. Надо какие-нибудь еще это. Выиграли там, не знаю, там сходки какие-нибудь выстроить с подписчиками. Не знаю, пока что я буду старые игры проходить. Скоро это одна из них, этих старых игр. Потому что сами видите, тут графика для многих может показаться просто ужасной. Поэтому она и старая. Потому что сейчас у нас какой там самый новый такой, самый хороший движок. Даже не вспоминаю. В принципе, не важно. Не все же знать. Ну, вроде CryEngine там такой четвертый или третий, не помню. Есть Unreal Engine. Таких только нет. Вот у нас еще один фрагмент. Опа, грустномор. Хм. Осталось только сказать, улыбнись. Опа. Все, уже сразу минус один. Сделали. Ну давай нападай, ну что ж ты ничего не делаешь-то? О, все, начал уже атаковать. Вот эти вот что-то стоят у нас в сторонке. Сейчас мы тебе покажем. Ай-яй-яй-яй, грустномор. Все. Были грустные ребята и не стало их. Очень печально. Но напоминаю, наша цель дойти до этапа племя. Еще одного замочили. Не заметил. Это как раз детеныш вроде бы был. А, не, мы детеныша не брали. Вспомнил. Я просто помню то, что я хотел там быть. Тороплюсь и не подбираю. Кубок смерти.
хорошая вещица, конечно. Здесь у нас еще кости. Древожабы. А, жабень. Древожабень. Ну чё, лягушки, сейчас вы получите. Он уже бегут от нас. Куда же вы бежите-то? Остается только нажимать на кнопки, на единицу, там на тройку. Вот так в прилеме у нас начнется настоящая стратегия. Там у нас будет вид сверху, если кто не знает. Ну и в цивилизации то же самое будет, только побольше там вроде контента. Ну а в космосе уже там вообще это даже дополнение у нас. Это как еще одна игра. Отдельная такая. Я вот хотел отменить, ну ладно. Добьем этого гада. Я хотел на детенышей разбег сделать. Двоих как раз замочим. И вон еще один. Вон ты прячешься. Все. Все готово. Так, фробиты какие-то у нас там. Ну прям немного осталось. Так, фробить. Оп. Все, мы им сказали. Еще один фробит у нас тут лезет. Детеныш, иди-ка сюда. Иди. Оп. Все. Фробитов много не бывает. Совсем немного осталось, мы их уже всех уничтожили. Ну ладно, покушаем и дальше пойдем. Опять поторопился немного, но ничего страшного, все равно подобрали. Я не знаю, головохлопов прихлопнуть или усарина прибить. Кто из них сильнее? Это какие-то кролики инопланетные. Вот их и подъем как раз. Опа. Они безобидные. Как раз и всех перебьем и получим свой огромный мозг. Ну и создадим армию какую-нибудь там. Племя великое. Все. Теперь смотрите, насколько теперь наш мозг огромен. Опа! Аж упал. Ну что ж, мы уже готовы переходить вот так в племя. Так, ну что ж, на этом, скорее всего, будем заканчивать. Они хотят, кстати, на нас напасть. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. В общем.